Всем привет! Это проект Bonito Life, и сегодня я расскажу про три лучших упражнения для новичков на пресс. Начнем мы с упражнения первого, достаточно простого, просто поднятие колен груди. Это упражнение поможет вам укрепить пресс и спину. Ну, в целом могу сказать, что укрепит корпус и подготовит вас к дальнейшим более сложным упражнениям. Вот как оно выглядит. Ну, в общем, думаю, вы поняли. Основной акцент надо сделать на том, что вы делаете это движение самими ногами, непосредственно вы не делаете никакого рывка. Рывков не надо. Вы повисли, зафиксировались и чисто ногами делаете до груди. Все, вот такое вот первое упражнение. И вторым лучшим упражнением для новичков на пресс, я бы даже сказал, это не упражнение, а серия упражнений, которые вы можете выполнить вот с помощью скамейки, либо даже если нет скамейки, вы можете выполнять дома, либо где позволяет как бы земляное покрытие. Ну, у нас как-то не очень с этим сложилось, поэтому вот. Продемонстрирую сейчас эти упражнения, как бы перечень упражнений, потом в целом скажу, для чего они нужны и что помогают выработать. Вот такое вот первое упражнение. Акцент делайте на том, что надо носки оттягивать, точнее, тогда будет более качественно. Вот такие движения, что так, это можно комбинировать, отлично помогает. Подтягивание ног и то же самое движение корпусом навстречу. Так называемые дворники, которые отлично прокачивают боковые мышцы пресса. Вот. Вот это упражнение считается одним из самых сложных, но я думаю, что через пару тренировок вы научитесь его делать. Оно отлично прорабатывает верх пресса и низ пресса, да, в принципе, весь пресс, я бы сказал, и укрепляет спину, что помогает в дальнейшем при более сложных упражнениях. И заключительным упражнением, про которое я сегодня расскажу, будут обычные скручивания, но я рекомендую их выполнять не вот это, в рутинном стиле, вверх-вниз, да, а добавлять как бы скручивания на боковые мышцы, то есть вы делаете прямое скручивание, направо движение, налево, опять прямое. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. И, конечно же, пожалуй, важнейшим аспектом в проработке пресса является кардиопитание. Без этих двух моментов просто невозможно иметь хороший пресс, да и, в принципе, любой пресс невозможно иметь. Вот. Поэтому, я думаю, на сегодня, в принципе, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нам это приятно. Скоро новое видео, где мы второе видео серии трансформации и также про короткую резину снимем чем-нибудь. Все, до свидания, всем спасибо, пока.